Здравствуйте, доброе утро. Смотрите, какой у меня стильный парень в новой кепке, в новой футболке. И еще я ему жилетку сегодня надела, которую давным-давно заказывала из Америки, но на вырост, и мы что-то ее еще не надевали. В общем, он сегодня очень стильный, я потом покажу его целиком. Мы едем к Марине на съемки, как я вчера и говорила. Сегодня будем снимать в большом-большом супермаркете, я вам его покажу. Вот, но сначала нам надо заехать к Марине, отснять у нее пару сцен, плюс туда привезут еще Аделину, одноклассницу Олеси, она у нас тоже сегодня снимает, у нас много деток будет в кадре. Вот. Так что мы сегодня с утра тут бегали, как обычно, как ужаленные в одно место, когда надо куда-то собраться, но все-таки с этим всем справились, и я еще успела перебрать Артешины вещи, я не удержалась, пересмотреть, что у него там в гардеробе, потому что всегда так бывает, что как бы я хорошо по размерам не раскладывала, какая-нибудь вещь теряется, и потом обнаруживается, что он ее не надел и уже вырос из нее. Одна-две вещи всегда такие проскальзывают. А сейчас у него идет смена размера, вот он полностью 80 мы убрали, он сейчас носит 86, и что-то я даже начинаю уже 92 на него надевать, потому что летом одежка всегда очень быстро растет, да? И совсем скоро вот эти кроссовки уже сменим на следующий размер. Смотрите, какой клевый парень. Подойдет. Просто стиляшка. Мне так нравится, я так круто не одеваюсь, как он, ему везет. Подойдет. Это не та дверь, да, пойдем дальше. И сниматься. Влог во влоге. Марина тоже снимает. Да. Видите, что мы творим? Мы немножко нарушаем. Мы что-то забыли, что у нас... Не надо делиться, хорошо, можешь не делить. Мы забыли, что у нас детей больше, чем машина мест. У Марины мы все отсняли и теперь едем снимать в магазин. И кушать сладости. Да ты что? Я такого не обещала. Плакала и снова. Зачем ты радио? Расвела, зарата, Артёша, ты что, не боишься? Он в шоке вообще. Танцуем, танцуем. Мы закончили съемки, у нас тихий час. Мы теперь едем в сторону дома, всех высыпали, еще с Мариной там дописали текст для этого видео, но озвучит его Марина попозже на свою петличку и пришлет мне все. Вот, так что разошлись, 5 часов, да, 5 часов, мы немножко такие все подуставшие, сил потратили много, и сейчас поедем, по пути заедем в Меркурий, попробуем поменять шляпку Олесе. Ценник с нее был снят. Но бирки все на месте, поэтому, по идее, если магазин нормальный, то они пойдут навстречу. Вот. Я на это очень надеюсь, потому что всегда ли писать один размер, когда по факту другой. Кстати, я померила свою голову, у меня голова, ну, да, где-то на полсантиметра больше, чем у Олеси. Так вот, на меня шляпа, естественно, тоже не налезает, но теперь я буду знать, что я могу мерить на себя что-нибудь. Мне без проблем все вернули, просто взяли, вернули деньги, вопросов никаких не было. Я решила, что я сейчас ничего не буду покупать, потому что я не знаю, может, Олеся буквально завтра уедет, мы с ней увидимся до конца лета. Вот я решила, что в следующий раз, когда мы с ней попадем в торговый комплекс, что она захочет, то я ей куплю взамен этой шлюпки, раз уж так получилось. Так что все, иду в машину с хорошими новостями для Алишера по поводу нашего отпуска. Что-то кое-что прояснилось, сейчас его порадуем. Куда собрался? Я был
Маша, гулять! Пойдем. Ну ладно, тогда пока-пока. Пока-пока, скажи. А я домой пойду убираться. Да? Я тут дома с Кузечкой навожу порядок, пока мальчишек нету. Чай заварила. И посмотрите, что у нас с нашим... А, как он называется, господи, из головы-то вылетело. Френч-прессом. Вы видите, где горлышко и где ручка? Как бы ручка почему-то все время поворачивается, и ее не повернуть, в общем, обратно. И мне кажется, совсем скоро вот эта штучка окажется прямо над ручкой. И еще у нас отломана вот эта верхняя, потому что я уронила крышку. Это у нас из Икеи такой френч-пресс. Ну, в общем, пора новый покупать, потому что сейчас наливать чай как бы очень неудобно. Прям совсем неудобно. Кузя, что ты делал, пока мы были на съемках? Я, кстати, вообще не снимала там в магазине, потому что было некогда. У нас трое детей принимало участие в съемках, и надо было все делать максимально быстро, пока все были в адекватном состоянии, не хотели есть, спать, отдыхать, играть и прочее. Но мы успешно справились, теперь это все надо монтировать. И я очень рада, что мы завершили, скажем так, наш цикл, потому что ближайшие несколько дней мы снимать не будем. Я думаю, эту неделю мы не будем снимать, потому что у нас 6 или 7 видео на монтаж. Это просто огромная очередь. Это можно монтировать целый месяц, даже если вдвоем, потому что это очень много. Ну вот я сегодня уже начну. И сегодня, кстати, для вас уже вчера вышло новое видео на Зазеркалье про реальную жизнь блогеров. Но это, конечно, утрированно. И может, кто-то из вас может подумать, что это про нас с Мариной. Но по факту там про нас с Мариной только пара сценок, ну, которые у нас тоже происходили. Вот честно скажу, у меня было такое, когда вот, короче, гадости пишут, и ты потом: мне написали гадость, 100 хороших комментариев, один плохой. Вот такое вот было. Но остальное это мы утрировали, потому что сейчас очень часто в Инстаграме разоблачают всяких блогерш, которые говорят одно, а делают совсем другое. Вот. Но за себя могу сказать, что я стараюсь так не делать. Я единственное могу сказать: у меня все хорошо, за кадром там просто будет иногда кошмар. Но я стараюсь этим с вами не делиться и всегда рассказывать вам хорошее. У меня новый чехол на телефон, такой клевый, с кактусами. Как вам, нравится? Мне нравится. Блестящий. Вы чем занимаетесь? Вы смеетесь? Ты смеешься с папой? Аккуратно, не упади, ты на самом краю. Похож на дедушку? Да. Это на какого? Я не могу ходить. Да? Не могу ходить, я сделаю. Ты только бегать можешь? Никак нет, не ходить. Артёша сегодня стрельнул у Олеси собачку. Нет, на крыло сажай. И самолетик держи ровно. И теперь хочет катать ее на самолете. Давай. Ну, ставь ее на крыло. Я держу. А тут нету сидений. В машинке можешь ее покатать. Иди возьми какую-нибудь машинку. Ну что, Рекс вернулась с пробежки. Ну как тебе? Ты, по-моему, уже не такая уставшая, как в прошлый раз. Ну, а Алишер полуживой. Я уже приняла душ и собираюсь монтировать влог и ложиться спать, потому что у меня накопился недосып, а я сегодня не буду сидеть до 2 ночи монтировать. Все завтра, потому что я сижу за компьютером, отвечаю на письма, делаю так. Вот, поэтому надо идти. Так что мы с вами попрощаемся. Рекс, видите, в нетерпении, потому что ее ужин ждет. Ладно, всем пока.